Всем привет! Ой, мороз 25. Вот так. Иду тихонько. Боюсь ступенек. Здесь многие падали. Поэтому иду тихонько. Ну что? Такой мороз не по мне. Я человек теплолюбивый. Мне, наверное, только где-нибудь в Турции жить. Тепло люблю. Ну или Краснодарский край. Минус 25 это вообще. Это уже для меня предел. Я не знаю, если будет 40. У меня с дома не высуну нос. Открыла парикмахерскую. Иду с магнита. Ну вот, думаю, выходить, не выходить. Опять же, чтобы выйти на работу, надо и водички, и что-то кофе, и... Ну, вообще, клиентов нет, смотрю, никто меня не ждет. Ну и опять же, опять никак я не настроюсь на работу. Ничего не могу с собой поделать. Что-то видно, сбой в организме какой-то на работу. И не хочется. Руки мерзнут. Но я уже подхожу. О, сейчас буду вязать. Вот. При морозе не могу говорить. У меня сразу кашель почему-то. У кого так тоже бывает? Будут ли сегодня клиенты? Ну, надеюсь, что кто-то придет. Открываю все. Время 11. Вообще, ребята, я раньше 10 не выхожу. Ой. Ну, не магазин я. Виноводочный. Не товары. Как там? Потребление какого? Ну, не знаю, как сказать. Ну, ни молоко, ни хлеб. В общем, иду. Задыхаюсь. Почему? Не могу дышать и разговаривать на морозе. Прям сразу кашель. Все першит. Сейчас вообще не болею. Все нормально. Просто вот у меня всегда так. Мороз я не выношу. Ну что, ставлю чайник, буду пить чай, потому что кофе я уже 2 чашки выпила. На обед не пойду. Взяла с собой творог из дома. Сейчас купила сушки в магните. Купила воды. Так, что еще-то? Что? По скидке вон Доместос. Сейчас буду намывать здесь. И вязать. Но хотелось бы работать. Ребята, вышла с парикмахерской, закрыла. Погода хорошая. Морозная, но немножко снизился. Ой, повысилась температура. 18, не 24, а 18 минус. Все искрится. Сейчас покажу, вообще такая прелесть. Ой. Снег вообще, смотрите, как он играет. Он просто искрится, вообще здорово. Смотрите, как снежинки. Потому что мороз. И под ногами все искрится. И здесь. Елку еще не убирают до старого Нового года. Мы свою дома убрали. Баксик ее измочил. Вот эти елочки около суда. Все, мороз, начинаю говорить, кашлять начинаю. Не могу почему-то. Начинает першить. Вот так красиво подсвечивается у нас здание Декатуаза. Вот так вот красивенько. Все, иду домой. Время 6 часов вечера. Довольно плотно на дороге. Вот тут светофор, и всегда машины скапливаются. А я все не перестаю восхищаться. Погодой, природой. Иду немножко другой дорогой из-за того, чтобы прогуляться. Весь день сидела в тепле. Кстати, у меня очень тепло. Кто сомневается идти стричься, прям даже у меня жарко. Так что не бойтесь. А здесь вот Сбербанк. И хочу показать вот здесь еще
не убрали моргалочки, огонечки. Спортшкола здесь находится. Вот это спортшкола. Там такие окна. Между ними, вон, видите, можно даже фигурки ставить. И там же гирлянды повесили. Вот, красиво. Доброго Нового года. Спортшкола здесь у нас. Я сын сюда ходил на борьбу. Так, какую он ходил борьбу? Дзюдо. Вот. А, нет, вольно, на вольную борьбу он ходил. И елка там внутри стоит, вон смотрю, еще не убрали. И здесь красивенько. Я все любуюсь. Морозненько, морозненько. Ой, хорошо. Но не люблю я мороз, если честно, не люблю. Все, рука отмерзает. Все, сейчас я вот здесь поверну и пойду уже здесь. Не хочу я туда идти вниз. Что-то мне захотелось уже побыстрее домой. Хочу испечь печенье. Называется «Снежинки». Хотела прогуляться. Нет, это не моя погода. О, все ресницы выни. Так, ну сейчас минус 18. Но это для меня все равно очень много. Нет, не жить мне в северных широтах. Я уже налила кофе, он баксик бежит. Мы баксика увидим. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Бежит, бежит, бежит. На, палочку. На, будешь? Бери. Аккуратненько так берет. Такой аккуратист. А я сейчас попью кофе и буду готовить. Хочу испечь. Ну, ужин-то понятно буду. И ужин какой? Ужин у нас есть. Я хотела приготовить суп. И хочу испечь печенье, если будет желание. Нужна сметана, яйца, мука. В принципе, ничего такого сложного. Попробую сделать печенюшки, если останется желание. А супчик с фрикадельками обязательно сейчас сделаю. Без супа нельзя. У нас второй есть. Мы делали кальмары с луком. У нас есть рис. А остатки винегрета. В принципе, поесть есть чего. А вот жидкого ничего нет. Нужен супчик. Че, баксик, понравилось? Сейчас покажу. Палочку. На.